Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале «Горячая новость». В деле Сергея Ивановича Фургала появилась новая информация, о которой я вам спешу сейчас рассказать. В ЛДПР заявили о притеснениях в отношении арестованного Фургала. Ну, хоть наконец-таки ЛДПР что-то высказалось. После такого продолжительного молчания у меня было такое ощущение, что они вообще забыли, что у них во фракции был такой человек. Вот. Но сейчас вроде какие-то высказывания стали появляться. Обращение в Генпрокуратуру по поводу якобы имеющихся притеснений в отношении находящегося под стражей бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала готовит фракция ЛДПР в Госдуме РФ. Сообщение об этом появилось 6 марта в телеграм-канале фракции. По информации депутатов, Фургалу не позволяют общаться с близкими даже по телефону и не передают все продукты, которые ему присылают. Кроме того, в день рождения ему не были переданы поздравления, в том числе и от лидера фракции Владимира Жириновского, отметили во фракции. По мнению депутатов, это полное нарушение всех правил обращения с арестованными. В связи с этим фракция ЛДПР обратилась к генпрокурору с тем, чтобы наказать всех виновных в этом и принять все меры, чтобы содержание Сергея Ивановича Фургала соответствовало всем нормам законодательства России, говорится в сообщении. Вот такая вот, друзья, информация. Не знаю, как вам сказать, не то что радует, но приятно видеть, что все-таки хоть какие-то высказывания, какие-то слова поступают от фракции ЛДПР. Я, если честно, вот какой-то такой борьбы серьезной за Фургала не вижу, хотя я считаю, однопартийцы должны это делать, однопартийцы должны культивировать вот эти все мероприятия по освобождению, ну, либо по честному какому-то разбирательству в отношении Фургала, но чего-то такого я не вижу. Вот. Радует, что в конце концов они все-таки заговорили, но как бы мне кажется, что этот разговор чисто он для разговора, для того, чтобы сделать вид, что действительно фракция про Фургала не забыла, они помнят, пытаются что-то сделать, но у них ничего не получается. Но, друзья, еще раз говорю, это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. На этом, друзья, у меня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте класс и подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, появившиеся на канале. Всем пока, друзья. До новых встреч.